так, у нас представители физического факультета МГУ, выпускники, Илья вот Чичканов и... Евгения. Как у вас настрой, Евгения, сегодня? Боевой, я пришла поддержать мероприятие традиционное. Уже несколько лет в нем принимала участие, и поэтому... А точная цифра? 3. 3 раза, неплохо. Я бежал 6... Я должен был бежать 7-й раз. 6 раз от часа, но вот этот год меня подвела нога моя. Так что я сегодня буду немножко в другом формате участвовать. Вот увидите, я проедусь на велосипеде, сниму, как бегут остальные участники. Ну, Жень, мы все знаем, что ты постоянно улучшаешь результаты свои. Вот, на какой результат ты рассчитываешь побежать в этом году? Я бы, конечно, хотела выбежать из 10 минут, как в прошлом году, но вряд ли лучше прошло год. Из 10 минут? Да, по-моему, есть. А, ну, я же не очень хорошо. Женская дистанция 2,5 километра, да? Да, 2,5. Так что понятно. Да, конечно. Но, это но я в последнее время работаю и тренируюсь, поэтому... Ну, по Инстаграму уже незаметно, что она бегает различные старты. И достаточно удачно, успешно. Насколько для вас важна командная победа? Что больше важнее для вас, командная победа или личное участие? Личный результат? Вопросы вы задаете. Командная победа. Командная победа. Илья, ты сегодня на красной стороне? Я сегодня на нейтральной стороне. У меня своя личная команда большая. Небольшая, то есть. Тогда спортсменам удачи. Спасибо. До встречи.